находимся в селе Молоденки, возле церкви во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. Время постройки — это конец 18-го, самое начало 19 века. И построена она была на средства графа Разумовского. Строительство продолжалось довольно-таки быстро, где-то в течение 4-5 лет. Вот. И, в общем-то, рядом с церковью было устроено кладбище, которое действует и до настоящего времени. Ну, как обычно, в 30-е годы церковь закрыли, вот, и с тех пор она пустует. Использовалась под склады местного колхоза для зернохранилища и другие нужды. Ну и, конечно, очень интересный момент, что когда... Да, церковь была построена удивительно на значительном расстоянии от самого села. И когда возник вопрос об утеплении храма, то есть создании отопительной системы в нем, инженер-архитектор приехал, посмотрел, сказал, что потребуется значительная сумма денег. Ну и, конечно, еще и очень для местных жителей, для прихожан было неудобно, то, что в зимнее время подниматься по горе к этой церкви. И тогда граф Самарин в 1870-е годы выделил свое собственное здание, складское помещение для строительства зимней церкви. Ее осветили уже во имя Александра Невского, князя Александра Невского. Ну и, в общем-то, в настоящее время никакие практически ремонтно-восстановительные работы в храме не ведутся. И вот если мы посмотрим, то иконы стоят на двери снаружи храма. Видимо, проводится здесь, не то что видимо, проводятся здесь молебны, но не внутри храма, а снаружи. Ну и внутри храма, конечно, сплошная темнота. Мы видим, что все окна заложены кирпичом.